Так-так-так. Привет, Витёк здесь, это снова Isaac Repentance. Мы продолжаем наше похождение, и у нас после прошлого захода он был, конечно, не очень удачный, но Беттани мы открыли. Поэтому идем за Беттани. И знаете, что я вам так скажу? Кстати, я тут почноты прочитал, осилил, я их долго читал, там вообще рда. Я вам так скажу, игра стала сложнее. Ну, по пути будем играть, я, может быть, что-то буду вспоминать и говорить вам, что изменили. Если я буду вспоминать, что изменили, там реально почноты сумасшедших размеров. Поехали за Беттани. Ух, какой старт, ты посмотри. И тут все комнаты разом в одной комнате. Это же зодиак, да? Небеса поменяют тебя. Но сейчас они мне дали скорость. Это типа там, по-моему, на каждом этаже рандомный зодиакальный предмет у тебя считается в руках. Что-то такое было. А, магазины из-за того, что хард, из-за того, что сложность хард стоит, магазины могут рандомно быть от самых плохих до самых хороших. Раньше такого не было, теперь вот так это работает. Паучок. По завершении комнаты теперь не может выпасть батарейка. Может максимум выпасть пол батарейки. Вот эта вот маленькая батарейка, которая заряжает на 2 пункта. Это я тоже почитал. То есть батарейки крупные можно только либо в магазине покупать, либо из каких-то других вещей доставать. Чё так темно, кстати? Темнота, проклятие, да? Это все из-за того, что... Погоди, а куда делся мой шарик-то предыдущий? Его сожрал паук? Видимо... Паук, не жри мои шарики. Прозвучало странновато, согласен. А вот эти вот 4 сердца, которые у меня есть, серенькие, нарисованы, я могу за них активировать свою книжку. Вообще, активные предметы. Опа. Смотри, 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 мне Стас пишет. Прям в прямой эфир. Двойные монетки просто так лежат. На счастье. О. Не обязательно прямо сейчас брать. Ой, это же это... За клопы такие желтые. Я что-то таких не помню. Как-то они слишком рандомно прыгают, да? Вот эти черти как были сложными, так и есть. Burning Basement. А это еще поход дело геройский. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Ну, мне скорость повреждений, конечно, подняли, но что-то хочется покруче, да? Хочется повреждений... Это что такое? Это типа мини... Этот, как его... Господи, как босс-то... О! Как босс-то зовут? Ух, прикольно. Сколько всего, я прям сейчас бегу и прям на первом же этаже много всего нового нашел. Так, ну скорость не помогает. Кстати, здесь, скорее всего... Секретка слева. Кстати, секретки бафнули, ребят. Секретки бафнули. Есть реально смысл искать секретки. Особенно супер секретки бафнули. Так что... Я бы не сказал, что это хорошая секретка, если честно. В общем, там поменяли некоторым предметам появление в айтем-пулах в разных. Из каких-то какие-то предметы убрали, в какие-то добавили. Что, перетасовка полная произошла этих предметов всяких разных. Так, ну что, у меня есть 2 тучки. Ой, дингл. Ух. Как-то, смотри, шариками стал стрелять. Раньше какими-нибудь какашками, что ли, стрелял. Ну, если на расстоянии его держать. Терпимо. О, он мне в шарик попал! То есть в шарик даже попадать нельзя. Смотри, раньше он напрямую в меня чаржился. Сейчас как-то он странно. То в меня, то не в меня. Готовченко. А, шарик, смотри, не сразу умер. Ой, чуть, бустер-пак. Бустер-пак взял и дали кучу карт. Кстати, раньше бустер-пак, по-моему, 3 карты давал. Теперь он, видите, выдал мне орду карт. Иерофант, неплохо.
Но эти сердца, они идут в зачет туда. То есть она не может серые сердца носить, прикиньте. Magician. Judgment. Judgment. Ace of Clubs. Joker. Вот Joker, это вообще круто. Joker. Ангельская комната в Джокере. Взорвать, к сожалению, я не могу вот этого чувака. У меня тупо бомбы нету. Кстати, на харде... На харде уменьшили вероятность... Именно на харде. На харде уменьшили вероятность выпадения синих костров и фиолетовых сердец. Серых. Было 25%. На харде она становится 10%. На нормале она остается 25%. Поэтому у меня в прошлой катке я кричал, да почему ничего не выпадает? Именно поэтому и не выпадало. Потому что на харде именно так это работает. Так. Что там в магазине было? По-моему, как фигня какая-то была. Инфы вообще вагон, да? Вот я вас для вас принес инфу. Здесь можно еще монетки подобрать, если там нормальное что-то есть. Я забыл просто, что там было. А, бэбик этот. Нет, это фигня. И бомбы даже никакой нету. Фиг с ним, ладно. Ну, Серафим это неплохо. Учитывая, что сейчас бафнули всех кукол бафнули. Раньше они стреляли раз в 30 фреймов, сейчас раз в 22 фрейма они теперь стреляют. Соответственно, чаще... На 20%, на 25%. Ну, да, на 25% чаще они стали стрелять. Но это видно, да, что он довольно часто стреляет. Так, идти сразу вниз. А, вот это, кстати, Ace of Clubs переделали. Раньше он переделывал только предметы, которые на полу лежат, переделывал в бомбы. Теперь он переделывает всех, даже монстров в бомбы. Пойдем покажу, как это работает. Гамму на 150 настройках? Она и так выкручена на 150, это просто проклятие темноты было. Наверное, не заметил, да? А, нет, не 150, погоди, а как так? Я всегда на гамме 150 играл раньше, вроде. А не ярковато ли стало? Погоди. Давай 135. Фух. Смотри, хопа. Ace of Clubs теперь реально используемая штука. Ты получаешь кучу бомб и не получаешь боевую комнату. Крутяк, да? Угу. Донатная штука. Ну, ладно. Запомним, что здесь это есть, бомбы есть. Мы в любом случае это все повзрываем там. Книжка должна зарядиться, да, с этого. Ну, Серафим, и то, что я поднял, это очень круто. Это такой плюс дамаг. У него, во-первых, самонаводящиеся стрелы. Кстати, самонаводку пофиксили. Она стала более самонаводистой. Я думаю, уже наблюдаете, как стрелы вот так вот прям закручиваются. Самонаводка в этой версии Айзека намного круче стала. Прям сильно круче. Ключик. Дальше. Так, ну можно в муху уйти, да? А можно опять брать вопросики. Хороший вопрос, что брать? Чатик, подскажите. Ну, я бы не сказал, что муха это нужная вещь для меня. Но это белая муха, да. Я понимаю, там какая-нибудь атакующая муха была бы или еще что-то. Мне кажется, надо случайный предмет брать. Воу! Что-то новенькое. Такого не... У меня из глаз водоросли торчат. Как этот предмет назывался? Я могу посмотреть на него? Подожди. Как вот здесь? Как-то... Нет, я не могу на него посмотреть, да? Боже мой, я какой-то ктулху. Из меня какие-то клубки вылетают, смотрите. Давай смотреть, что это такое. Невидимый чел шел на меня. Еще невидимые челы идут. Ага. Ага. Так. И что я понял, значит, клубок врезается в чувака, начинает расти.
Что он делает, пока растет, я не видел, потому что чел был невидимый. Возможно, взорвался он, потому что он монстр был уникальный. Скорее всего, это вот так он из-за этого взорвался. Мне, по крайней мере, так кажется. Так, ключей нет, я не могу в магазин зайти, это плохо. Какая лютая самонаводка стала, ты посмотри, а? Он прям реально лавирует выстрелы. Воу-воу, тихо. Ой, такие же глаза, как у меня. У меня дамаг прям хороший, хороший. Я до сих пор не могу понять, что же это все-таки штука делает. Может, я быстро все... Наверное, на боссе попробуем понять. Ух ты, сердце. Ну, для меня сердце это просто валюта. Именно для этого персонажа. Есть какая-то секретка, скорее всего, налево. Есть бомба, да, есть. Я специально осторожно играю, потому что я хочу далеко уйти. Давай взорвем. Отлично. Просто три монетки. Не везет пока. Айтем пул секреток тоже поменяли, и там очень интересные вещи можно теперь в секретках получать, поэтому я так в них рвусь сейчас. Ну, есть бомбы, давай сразу взорвем. Я могу же, наверное, так взорвать, чтобы сразу и два костра потушить. И ящик вскрыть. Прикинь, как мне повезло, а. Так, что за пуля? Я забыл. Трикл чардж. Я не помню, что она дает. Я уже босса нашел. Ну, пошли на босса сразу. О, господи, метод Вормвуд. Ай, ух. Мне сейчас потушат не все выстрелы мои эти. Все слезы мои крутые. О, смотри, навесил на него. Фига себе! Шанс ангельской сделки. А, я только в ангельскую сделку могу ходить на этом персе. Я профукал ангельскую сделку. Ё, что это такое? Смотри, с босса выпали двойные сердца. Раньше они вообще никогда не падали, только если у тебя есть удвоение сердец. Айдропс, тирсап. О, это глазные капли. Неплохо. Так. Ключей у нас так и не появилось, да? Хреново. Все, я вспомнил. Да, она только по ангельским сделкам может ходить. Но ты понимаете, чтобы вам идти в ангельскую сделку, вы должны убить босса без потерь здоровья. Так, можно вот сюда заломиться. Нет, сюда не получится. Вот сюда получится. Тогда лучше тогда сразу костер потушить. Так, здесь и денежка, и бомба. Возвращаюсь в первую комнату, стартовую. Мне нужно ключей раздобыть. Там можно, в принципе, раздобыть ключей. Так, мы можем еще подонатить немножко, да? О, да ладно, ну-ка. Хорош! Скотало сразу, прикиньте. Убрали, кстати, возможно. Кстати, на харде теперь всегда падает только одна монетка с донатных аппаратов. Наблюдайте за несправедливостью. Ну и какой смысл мне... Давай взрывать просто. Может быть, ключ выпадет. Ух ты. Нет ключа. Ключа нету. Нет. Я бабла поднял немерено, ключа нету, чтобы в магазин зайти. Найти суперсекретку попробовать. Попробовать там найти ключ. Ну как так-то? А где суперсекретка может быть? Она может быть... Вот здесь. Пук. Она может быть... Вот здесь. Крус глотнул Парина и сказал ДД. Если возьмешь еще одну активку, то она возьмется поверх этой соединицы и вместе с ней изменится стоимость активации за сердца. Ну, логично. Поверх этой возьмется. А-ха-ха! Ха! Ключанский! Прям поверх возьмется. О, а черные сердца она может брать?
Нет, она не может брать черные сердца, только красные. Но значит, ей надо контейнеров количество увеличивать, что я могу сказать. Че ломился, как говорится, да? Ящик. А что в нем такого интересного может быть? Да ничего. Ну, блин. Да, действительно. Поверх взялся. Я тупо ради, чтобы проверить, правда это или нет. Ну, пак-ан-пак, это типа упаковка-распаковка. То есть ты можешь брать какие-то предметы с собой, там типа красные сердца, например. Раньше он мог до бесконечности собирать предметы. Теперь только 6 максимум можно с собой взять. Тоже есть почнотов, узнал. Бэм-бэм-бэм-бэм. Ух, какой-то у меня зодиак прикольный, да, прокнул. Так, я нашел белый костер. Ага. Забрал. Погоди, а книжка-то где? А как книжку использовать теперь? А чё за кубик выскочил, извините. А это из коробки кубик выскакивает теперь? О-о-о, чё-то страшное я натворил. Дает. Я уж забыл, что-то там про предметы. А давай сюда. Ух ты. О, вот это больше по мне. Ого. А что тут комбинации разные что ли у них есть? Ну это вообще лютейшая комбинация, если она каждый раз это будет делать. Учитывая, что она заодно сердце сейчас что-то в память это будет. Посмотри, я просто орду вызвал сразу. 100 рублей от достопочтимого Анетовитыч. Просто тень яя. И все. Молчу. Может, попробую микро починить. Ты ж, походил, я имбу нашел какую-то, да, локальную. У меня просто на максимуме всегда этих чуваков будет. То есть книжка, она сочетается с разными предметами по-разному. И вот это одна из крутых имбу. 100 рублей от достопочтимого монстрела 95. У разных предметов, которые в книжке еще и разные эффекты на шарике. К примеру, книжка на синее сердце тебе дает просто орбиталку не стреляющую. Ну, у меня сейчас, мне кажется, лучшее, что может быть. Я не хочу это даже менять. Ты посмотри, что творится. Лил Балб. Кто такой? Ох, я насадил на него всего. Просто уничтожил. Просто уничтожил, пацана. Матчбук Эвил Ап. Так, не, спичка мне не нужна. Ого. А можно другое? Я не хочу это. Жесть, вообще нет, я не хочу менять то, что у меня есть. Это же Войт, да? Это... Не, ну, я думаю, я лучше буду с кучей орбиталок всегда летать. Нежели с Войдом. Конечно, прикольно. Они меня еще и защищают, смотри. Ауч. Это я проглядел.
просто уничтожил хардового чувака. Не. Так, остаемся при своем, да? Так, поехали дальше. Мы тут еще ничего не нашли. Так, там и жизни мало, кстати, осталось. Надо немножко подсобраться, да? Просто гасим пацанов. Получаем удовольствие. И вызываем кучу народу. Отлично, ключик. Два ключика есть. Хороший камень, кстати. А чем не хороший камень? А, понял вас. Ой, вспомни бы, что оно дает-то, елки-палки, как тяжело без item description. Я понял, что ничего такого особенного оно не дает, но что-то дает. Давай я зайду, наверное, даже на сайт. Есть такой сайт Platinum God. Здесь есть все арты Repentance Items. Так, мне нужен не Repentance Items, мне нужен, я помню, еще из Rebirth артефакт. Так, Кельтийский крест. Угу. Кельтийский крест, когда получаешь повреждение, 20% шанс получить неубиваемость на сколько там секунд. Ну, я думаю, я вот это беру. Антигравитация. Еще скорость стрельбы. Плюс она работает только на мои стрелы, но, в принципе, это скорость стрельбы, это главное. Хорошо. Так, деньги есть, давай сюда. Да, про магазины я говорил, да? Пиги-банку взять, давай возьмем пиги-банку. Эту штуку тоже возьмем. Еще два ключика, это good. Карту. Wheel of Fortune. А неплохо, кстати. А вот и неплохо. Соска в ящике. Соска в ящике, ребята. Да, это вот помененный тирсап еще очередной. Хорошо. Это вот это, ребята, помененные айтем-пулы работают. Соски в ящике отродясь никогда не было. Кстати, вот эта скорость стрельбы 6.20. Это означает, сколько выстрелов в секунду я делаю. Я делаю 6.2 выстрела в секунду. Ага. А вот и зеркальце. Свет мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Кстати, в босс челлендж можно войти, имея только одно сердце теперь. Любое. Только одно сердце. Синие, черные, любые, все сердца считаются. То есть только с одним сердцем ты идешь в босс челлендж. Но после босс челленджа тебе всегда выдают артефакт боссовский. Поэтому я уже подумываю о том, чтобы сделать вот так. А неплохой артефакт. Но только с одним сердцем. Всегда только с одним. Если бы у меня было, например, одно красное и одно серое, меня бы не пустили. Только с одним. Фух, поехали. Арт хороший. Ты кто такой? Михалыч, ты кто такой? Жуткий тип какой-то. Так, ну этого мы вроде видели. Как он делает прикольно. Отлично, отыграли. Артефакт получили. Да ладно, Пигис Банк работает на этом костре? Или что это было сейчас? Это баг. Ну, здесь все равно я ваншотный чел, так что... Гасть, у них глаза жуткие. А мы пойдем в босс-челлендж снова?
А, тут ничего нету. Облом. Как с кусачки я... Не, ну нафиг. А то вдруг не выйду. Так, а куда мне идти-то надо было, я забыл. А, мне нужно ключ найти, да? В смысле, нож? А где нож-то? Погоди, а нож не там случайно? Погоди, я же могу зайти и выйти. Че я туплю-то? Мне ж полет. И этот, как его, Holy Mantle есть. Не, ножа здесь нет. В золотую надо идти, да? А, в золотую, говорит, надо идти. Тихо, не душите. Прикольно, да? Я настакиваю кучу слез, а потом как выпускаю их. Они такие... Так, ты кто у нас? Lock up. Ага, вот она. Все, кусочек ключа. Здесь пусто. Здесь можно пацана взорвать, кстати. Давай взорвем пацана вместе с Фортуной. Сразу всех хлопнем. Было бы прикольно, если бы в зазеркальном мире от взрывов монетки добавлялись бы. Прикольно, что каждая муха стреляет еще. Это жесть. Интересно, эффекты тоже они могут делать? Или эффекты только с моих слез идут? Нет, у мух нет эффектов никаких. Но мне больше нужно, чтобы это орбиталками было. То есть, чтобы меня это не пробивало. Я больше для этого держу. Лил Буб. Снова. Мы этих Лил Бубов, получается, 3 штуки завалили уже, да? Я эти Лил Буба у себя на этаже завалил, здесь отраженного, еще в босс-челлендже я одного Лил Буба завалил. Синтол неплохо, дамаг. А теперь можно и подрастить себе немножко хпшечку, да? 100 рублей от достопочтимого астероид. Как замечательно лежать и смотреть твой стрим под звуки воздушной сирены за окном. Да ладно. Кстати, держись подальше от алкогольных пятиугольников. Они плохие. Алкогольные пятиугольники? Что это такое вообще? Что такое алкогольные пятиугольники? А, это же астероид прислал. Все, нормально. Ой, так, 6 бомб есть, может секрет какой-то попробовать найти. Здесь может быть секретка. Нет, здесь не может быть секретки, Витя, ну как ты смотришь чем? А вот здесь может быть секретка? Вот сюда. Наверное, нет. Там же зеркальный кон. Слушай, я не знаю, где здесь секретка, ну его нафиг. Здесь супер секретка. Поехали отсюда. Сейчас все бомбы растрачу просто так. Мне же еще вот сюда надо идти точно. В принципе, можно было бы и со следующего этажа это сделать, но окей. Взорви зеркало. Думаешь, стоит? Я боюсь, я сейчас взорву зеркало, и меня зеркало уничтожит. У меня жизни вообще нету. Там лютый босс, вы, ребят, вы... Ну, по крайней мере, раньше там был лютый босс. Ну ладно, давай попробуем взорвать зеркало, что будет. А-а-а! Все, нет, не так, ребят. Может быть, потому что я в него сходил. Может быть, потому что я в него сходил, так это сработало. Потому что если ты раньше взрывал зеркало, там проход в зазеркалье был. Ну, такой. Другой. А, это в Revelations был там босс? А, мы перепутали, ребят, моды. Может, здесь из Revelations взяли тоже эту тему. Что-то я не знаю. А, пошли в шахты. Я с другим модом путаю, да? Не, все бомбы профукал, было 6 бомб, стало одна. Привет, Витек называется. Сюда 2 ключа надо потратить.
Как-то я его убил. А, нормально, я его убил. Погоди, а чё? А, все нормально. Куплю. Что-то как-то скорость бега какая-то маленькая. Походило, это сработало какая-то вот это... Что-то мне дали из зодиакальных предметов. Только что. Ух, блин. Эти мухи так взрываются плюсиком. Ауч! Задушили всех моих мушек. А которые внутренние орбиталки, они не восстанавливаются, да? Угу. Тут явно я буду брать не телепорт, конечно. А вот эту вот штуку. Scatter bombs. Ага, кидаешь бомбу. А я на эти работает? Нет, на эти не работает. А вот тут вопрос. Может быть, конечно, прикольно было бы. То есть сейчас книжка не самонит только тех дальних, а которые ближние она не самонит. Ладно. Здесь, возможно, секретка. Кстати, на харде уменьшена вероятность появления хороших камней. Живите с этим. За бомбу ключ получить. Господи, фига себе, как они это сделали, вы видали? Shot speed down. Ай, пофиг, он медленно просто летит вперед. Так, а может быть здесь секретка будет? Заодно сердечко возьмем. Ага. Как прикольно, с таким звуком еще классным они разлетаются. Куча пилюль. Тирса, желтенькая, хорош. Go. Ой, я проглотил треньку, да, что у меня было? У меня что-то было вообще? У меня подкова была на треньке. Question marks? Ну это у нас просто проклятие включилось. Пофиг. Так, мясо ездящее. Пока меня дамаг устраивает, плюс, слава богу... Погоди, погоди, там проход дальше был. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я еще успеваю какой-то дамаг подбирать по пути. Ага. Давай, вылезай. Задушил его мухами своими. Ау, 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 ау. Блин, шанс сделки сбросил себе, ну как так-то? Теперь нет смысла к боссу уклониться. Это великовато комната, не? Йо! Сдохни там! А, это вот это вот самая моя нелюбимая. Я вспомнил, что это за штука, которая у меня в руках. Которую мне дали. Это что это такое за пакет молока? Handle Bundle, кстати. А теперь по-другому работает. Там есть теперь шанс того, что выпадет удвоенный предмет. Ну, нам надо брать им Handle Bundle. В любом случае, это очевидно. Вот видите, сколько удвоенных монеток, сколько нет. Ну, даже меньше 50% пока что. Что за пакет молока с Айзеком с темным? Я не знаю, давай возьмем. What could it be? Что может это быть? А, действительно! Что это может быть?
Хороший вопрос. Я им же задавался. Хорош, прикинь, 7 потратил, 10 получил, еще 2 бомбы. Это не та пилюля, у нас должна быть желтая пилюля, которая дает, полностью желтая пилюля, которая дает этот, как его, shot speed up. Триньки как предмет отображаются? А, да, точно, точно, я вспомнил, приваренные триньки теперь изображаются как предметы. Да, да, есть такая тема. Давай, наверное, сходим все-таки вон в ту комнату, которую... Слушай, как-то сердца вообще не падают нифига. Почему? Типа за ключ можешь взять? Стоит ли оно того? Ну давай у нас вот здесь ключ. Ключ, бомба и монетка. Ну плюс бомба и монетка получается. Так, идем. Ух, хорошо, что у меня орбиталок столько, а. Как бы я сейчас впитывал от всех этих врагов? Как бы я впитывал, божечки, кошечки. Только представьте. Ха, прикольно. Повернули все ключи, которые нужны были. О, счастливое пение. Куча сердец. Ой-ой-ой, какой-то... Это как его, какой-то... Чё это у меня за парень появился, кстати? А, так это он, наверное, из того пакета вылез, или что это? Я не помню, что дает этот Rotten Heart. Какое-то прогнившее сердце. А, оно сразу целиком снимается. Когда должно половина сняться, снимается целиком, видимо. На самом деле пофиг. Потому что у меня здесь есть сердца. Кстати, теперь ваши потери красных сердец на донат-машинах, на вхождение в сакральные комнаты вот эти вот кусачие и на прочие вещи, не связанные с повреждениями по вам именно монстрами, не уменьшает шанс на дьявольскую сделку. Пользуйтесь. Кстати, сейчас это в менюшке здесь показывается теперь просто шанс на дьявольскую и шанс на ангельскую сделку. Раньше показывалось просто шанс на сделку и из них шанс на ангельскую. Вот. Прикиньте, сколько я знаний принес вам, а? Вот что значит почноты прочитал. Пошли босса пинать. Ё-моё, Tough Twins. Я вспомнил, это мега-монстры-говнюки! В общем, нужно брать вот эти вот бомбы. Кидаться в них, они тогда становятся пробиваемыми. На некоторое время. Я не могу кинуть. Так, надо орбиталок накидать. Раньше как-то они сложнее были. Ух, чуть не задело. Какие-то фиолетовые пухи из меня летят. О, боже мой. Попал? Попал. Все, замочил. Ну, битва, а? Нормально. Плюс один контейнер. Давно я его ждал. Битва-битв просто. Слева суперсекретка кричат. Где? Здесь не может быть суперсекретки. Потому что там есть контактная комната. Суперсекретка контактирует всегда только с одной комнатой. С одной. С той, с которой ты в нее входишь. Минус сферка. Сферку сняли, да, одно, которое нам не было. Жалко. Печально, что сферки слетают. Одна осталась. Босс челлендж, блин. Но если я найду много... Чувак, который шприцами кидается, смотри. Причем эти шприцы летают по бумерангу. Но шприц — это крутая тема, ты уже помните.
Так, а что мне зодиак-то дал, кстати? Ну, по крайней мере, скорость вернули передвижение, это хорошо. Так, взрываем ящик. Давай попробуем вдруг. А можно ли в босс-челлендж проникнуть через такую комнату, которая секретная? Вопрос на миллион. Проверим. Вдруг здесь секретка. Нет, секретки нету, но есть хороший предмет. Скорость передвижения. Мне этого не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гаси, пацана! Жах, тебе дохнул. Так, кусачка, да? Так как я уже сказал, что кусачка не влияет на шансы, смотрите. Видите, шансы не меняются. Соответственно, можно спокойно в кусачку заходить на красных сердцах. Я думаю, наверное, мы в босс-челлендж можно, конечно, сходить. Что за лютая муха, а? А, смотри, выстрелы. Выстрелы пролетают. Вот эти вот. Так, сердечко, запоминаем. Че такое? А, я их выпустил. Витя, беги. А, что ты творишь-то? Господи, что это за комната такая лютая, а? Ну, понятно, так как я получил повреждение, ребят, шансы резко упали. Блин, какая жесть. Зачем я туда сунулся? Кстати, вот эти вот бошки... раньше они считались взрывной механикой. Сейчас они сделали отдельную механику, которая обозначает вот эту такую фигню, когда из-под пола вырываются порода. И это перестало быть взрывной механикой. То есть все, что раньше от взрыва защищало, теперь от этого не защищает. Окей. О, как. Я, наверное, вот эту штуку возьму. Jacob's Ladder. Какой-то плюс дамаг, по идее. А погоди, эта штука тоже осталась? Такое... Так можно было? Конечно, возьму. Бладсакер-то. Будет сосать, жизнь мне давать. Ну что, в челлендж пойти как-то запихнуться? Сразу же пофиг. Ух, хорош, а? Так, это у нас что? Faded Polaroid, you feel faded. Это больше карт выпадает. Не помню, что Faded Polaroid делает, честно. Деньги есть. А тут Грит сидит. Слушай, ну это облако типа вырастает и пукает. Но это получается по типу... этого, как его... Господи, который взрывает потом, после этого. Кстати, его пофиксили. Раньше я его не брал. Объясняю это тем, что мне не нравится, что когда это... Ой, зачем я сердца взял, Витя? Ну, в общем, когда он врезался в монстра, он не наносил повреждений и долго рос. То есть, когда у тебя их много летит, ты мало повреждений наносишь. Нужно ждать, пока он вырастет и взорвется. Но теперь пофиксили, теперь, когда эта липучка пролетает, взрывная, она наносит повреждения и после этого начинает расти. Так что теперь можно их брать. О, этого я чувака помню. Я помню, у него есть этот, как его, блевок какой-то сумасшедший. Я его отравил. Ого. Ой, я с фонариком раньше проходил. Раньше с фонариком было удобнее.
Просто избит. Просто избит. Так, это у нас что, я забыл? Сердце с костью. Костяное сердце дадут, что ли? Оп-оп-оп-оп-оп, кто там? Так, ну можно сюда сразу задонатить пару сердец. Надо, наверное, на босс-челлендж все-таки сходить. Это будет, конечно, эпичный фейл, если я сольюсь на босс-челлендже. Faded Polaroid он меня зафейдил, да? Ну, такое себе. Так, еще одна кнопочка. А как я лечиться-то буду? Слушай. А сейчас же вот эта штука, да? О, божечки, кошечка, я там выживу вообще? Чёрт побери! Ага. Ну, по крайней мере, со мной мои штуки остались. Это хорошо. Наверное, будут ли они меня защищать? Вот в чем вопрос. Так, надо запомнить лейаут. Он другой каждый раз, да? Блин, это будет фейл, если я сейчас не уеду отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что это будет? Блин. Ну, поехали. Опа. Ну, то здрасте. Беги, Витя. Ух ты. Витёк лавирует. Отлично. Оно по целому хп отнимает. Ух ты ж. Кривые руки! Нет! 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 Твою налево, черт побери! Такая катка была! Надо было арт брать? Надо было арт брать, да. Ну, капец, говорит, давай рестарт. Какой рестарт? Какой рестарт? Вы должны понимать, что это мод хардовый. Он теперь хардовый стал. Айзек стал сложнее, поймите. Если раньше каждая катка, почти каждая катка, одна из 20 только была фейлом, теперь каждая, я не знаю, третья, каждая четвертая точно будет фейлом. Потому что мод стал сложнее, все стало сложнее. Ну, особенно если сюда идти. Это же усложненный путь. Я вам 50 минут рассказывал про то, что изменилось в Айзеке, и вы мне такие, давай рестарт. Что теперь будешь делать? Плакать буду. Что я буду делать теперь? Я буду рыдать горючими слезами. Такая катка была. И так, блин, на шипы сесть жопой голый. Причем нормально шел же. Вот что ты на шипы-то прыгнул? Ну, это я, ребят, еще поиграю, я чувствую, в эту игру. Ой, поиграю. Так, ладно, надо прощаться. Что-то я за это. Все, спасибо за внимание. Витёк уходит в депрессию. Лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Всем пока.